чаечек тоже наливайте. Сейчас чисто лампово на кухне все сделаем. Лишь бы бабушка не заругала, что я ее конфеты ем. Я им говорил, никогда не попадайтесь на уловки мошенников. И что в итоге? Они попадаются. Они пишут пачками сообщения в паблик о том, как они отдали кому-то там деньги взамен на обещания. Ребята, мне за них стыдно. Ладно, еще хуже, когда они просят проверить какие-либо сайты с сюрприз-боксами, ожидая, что оттуда придет столько товара, что вложенные деньги туда окупятся. У меня эти боксы не окупались вообще ни разу, я даже не жду окупа, ведь почти во всех этих сюрприз-боксах мне приходил мусор. Но я по вашим просьбам все-таки беру на проверку еще один вот такой вот сайт с сюрприз-коробками. Ну что, ребятки? Сегодня мы, значит, берем сервис под названием «Ух ты, бокс!» Господи, будем заказывать с него, посмотрим, какой нам мусор придет на этот раз. Хотя, не надо зарекаться, возможно, там придет реально что-то годное. Но, по сути, все вот эти подарочные сервисы, короче, это все ебанно. Это для тех, кто не знает, что дарить. Нормальные парни, они всегда знают, что подарить. Как думаешь, чем я тебя сейчас обрадую? Вот почему ты сейчас пойдешь писать крутой комментарий? Потому что то, что я закажу тут, оно, конечно, как всегда по нашей доброй традиции, отправляется вам. Так что будем сейчас подарочек подбирать вот специально прям под тебя. Вот прям четенько вообще на тебя. Ладно, кому мы дарим? Мужчина, девушка, девочка или мальчик? Ну явно мы не мальчики, мы с вами все мужчины. Так, какой у него темперамент? Чё? Чё, блядь? Подбор темперамента? А есть подбор по гороскопу? Типа подарки для стрельцов, там, для близнецов, для раков? Судя по комментариям, темперамент у всех наших зрителей страстный, смелый, задорный, энергичный. Потому что в комментах прям ух, что творится. Поэтому темперамент будет огонь. Так, выбери для него пожелание. Пожелание для кореша, для короля вечеринок, для хипстера, для остроумных. Короче, кто напишет самый остроумный комментарий, тот и победит. Сумма у нас будет 2490 или 3490. Плюс еще доставочка, наверное, будет, да? Давай закажем тебе на 3,5. Ну, а что? Bolton Industries, Объединенное Королевство, Лондон, Old Street City. Че, блядь? Это к чему тут вообще написано такое? К чему эта дрянь? Короче, вроде подводных камней никаких нет. Все нормально, все хорошо. Сейчас я заполню. Ну и мы с вами посмотрим, что же там придет. Дрянь или что-то годное? Или как всегда, вот прям вот вообще интересно. Знаете, оформление заказа и оплаты были крайне колхозными. Они отправляют тебе на почту варианты оплаты. Ты просто так вот переводишь физическому лицу, а потом им отправляешь скриншот с подтверждениями. Но они его не видят и просят отправить еще раз. Ты отправляешь его еще раз, а они тебе отвечают вот таким вот маленьким «Спасибо». Короче, как-то много действий приходится сделать. Наверное, бокс-то приедет хороший, не стыдный будет, не стыдно подарить. И абсолютно рандомный комментатор под этим роликом получает бокс. Все, что надо будет сделать, это просто лайкнуть видео и написать рандомный коммент. Розыгрыш будет, как всегда, у меня в Инстаграме. Да, извините, но там проще делать трансляции. Результаты в любом случае я повешу у себя на стене ВКонтакте, так что... Я думаю, вы понимаете, как можно легко ухватить халяву. Кстати, по поводу халявы. Я тут устроил голосование в ВК. Какие беспроводные наушники подарить вам в июле? Meizu, Huawei, Xiaomi, JBL 6, Elari, Case Guru. Наушники-то все классные. Это вот как раз те модели, вокруг которых идут споры, а что же все-таки лучше. Просто вот сравнивая их технические характеристики, тут выделяется Huawei FreeBuds с поддержкой AAC кодеков, шумодавом активным. Ну и цена-то у них тоже отличается. Беспроводные наушники — это такая вещь, которую вот нельзя просто вот взять и выбрать из одних технических характеристик. Тут очень важно, как они у тебя будут в ушах сидеть. Вот Elari, NanoPods вообще что-то в комментах не взлюбили. За браки разрекламировалось. А про Case Guru я вообще узнал из комментов под прошлым видео про беспроводные наушники. Так что если ты сможешь посоветовать какой-то годный вариант, напиши в комментах, я посмотрю обзорчик, мне прям будет реально интересно. Наушники можно купить в магазине задорого, но можно найти магазины, где купить их и подешевле. Так что находить в интернете, где подешевле и безопасно, это сейчас очень важное умение. А еще можно стать спонсором канала и получить эти наушники на халяву, ведь розыгрыш будет проводиться вот именно для спонсоров канала. А их сейчас на данный момент меньше 50 человек, так что шансы вообще огромные просто. Чтобы участвовать в конкурсе, надо просто стать спонсором канала и все. И я тебе точно так же передам респект
как сейчас передам респект новым спонсорам канала, ну и, конечно же, постоянно поддерживающим. Возможно, хороший человек. Steampat Linz, Роман Сергеев, Павел Никитин, Джей Джилла. Спасибо большое, благодаря вам я по 2 видео уже в неделю начал делать. Мое уважение, респект. Но вот одна просьба. Ребята, в спонсорском чате, где мы с вами сидим, общаемся, ребята, общайтесь без матов, пожалуйста. Посылочку, ребят, доставили довольно быстро, доставили с деком, и послушайте. Что ж там пришло для вас? Ух ты! Ух ты, ну прям смотри, прям подарочек я вижу. Ой, там так страшно, что-то падает какая-то банка. Так, ленточку я постараюсь сохранить, чтобы кому-то из вас она пришла как надо. Как положено все. Хотя, не, ни хера все. Извините, пацаны, без ленточки придет. Ух, аж интересно, что ж там прислали-то на эти 3500 рублей. Аккуратно открываем. Так, открыточка. Остроумие – это наглость с высшим образованием. Вам видно, нет? У них даже фирменная открыточка, правда, она какая-то пожульканная, потертая, но, тем не менее, открыточка. Хорошо. Так, засушенный фруктик даже не пахнет вообще никак. Так, кусочек корицы, да, тоже придется выкинуть. Ладно, это все мусор. Это какая-то резиновая давилка Бэтмен. Ой, все такое, слушайте, пыльное, какое-то грязное. А что, нельзя было в упаковку положить, что ли? Ребятки, вы что? Блин, мужчина! Нахрена это надо мужчине? Окей. USB-светильник Астронавт. Интересно, работает, нет? Чуть попозднее подключу, посмотрим. Так, чего? Маска... животного? Чего? Ну-ка, посмотрите поближе. Маска тканевая с экстрактом женьшеня. Господи, мужчина! Зачем эта маска мужику? Ни одного мужика не знаю, кому бы это пригодилось. И не знаю, некоторых это даже может и оскорбить, если я своему бате подарил мне. А ты чё? За меня держишь? Так, самое главное, бренчалка у нас развалила. Чё это такое у нас? Кружка с крышкой в виде головы железного человека. Ой, как будто, знаешь, вскрываешь, а там мозг должен быть, а там пусто. Непонятное, конечно, предназначение у этой вещички, но если поставить на стол, в принципе, для парня, для мальчика, не для мужчин, для мальчика, который играет в компьютерные игры, это пойдет. Так, это что у нас такое? Скидочка 500 рублей. По коду купон для заказа на Ухты-боксе. Еще одна. Окей. Так. И следующий у нас подарок. Это что это такое? Cartoon Mobile Power Сопли. Слушайте, довольно тяжелый такой. Что это такое? Это точно Powerbank? 8800 мА. Ну, слушайте, весит довольно-таки неплохо, увесисто. На удивление. Так, и что, и это все, что ли? Это весь подарок на 3500? Алло, ребята, вы чё так мало положили? Все что ли? Это все? 3500 рублей? На кружку? На вот эту вот безделуху и на пауэрбанк? И все? А я-то думал, здесь что-нибудь будет классное, интересное, но... Но маска для лица. У парня темперамент огонь, а ему дают маску. Серьезно, что ли? Пауэрбанк в виде какого-то человечка. Это для мальчика подарок, а не для мужчины. Ну, вот, допустим, мне кто-то подарил этот подарок. И, о, типа, Жек, смотри, пауэрбанк. Во, круто, я такой хочу. И, а что-то как-то не работает ничего. С чего они взяли, что у меня Android, а не iPhone или не наоборот? И вот эта вот штука... USB-светильник, как бы, вот, допустим, у моего компьютера нет USB-разъема, у меня есть USB Type-C, я не могу воспользоваться ни вот этим, ни вот этим, я могу только попить из вот этого, ну и на рожу свою положить эту маску, и все. Это все! Плакали мои денежки.
Знаете, полезность вот этих вот подаренных вещей — понятие субъективное. Кому-то это зайдет, кому-то нет. Но тем не менее, кружка стоила 900 рублей. Космонавт-светильничек стоит 123 рубля. Пауэрбанк я нашел за 990 рублей. Но мне кажется, его можно и подешевле найти. Маска для лица 130 рублей. Уродская игрушка Бэтмен 500 рублей. Хотя я нашел более крутого пучеглазика зомби, где эти торчащие глаза в тему, он стоит аж 308 рублей. В общем, итого 2643 рубля. А я заплатил 3741 рубль. Где моя 1000 рублей? Блин, я же всегда говорил то, что вот эти сюрприз-боксы — это просто сливание никому не нужной хрени. Я ведь, блин, я очередной раз убеждаюсь, что это так. Ну, господи, мужчины, огонь, темперамент. Надеюсь, бабушка меня не будет ругать за то, что я пью чай без меда или без варенья. Ой, что-то корешь. Наверное, это письмо от Ухты-бокса пришло, да? Очередной раз. Ребята, я думаю, вы прекрасно понимаете то, что пытаться как-то окупиться на этих подарках, в этом вообще, это абсолютная бессмыслица. Ну, серьезно, мне кажется, заказывать такой подарок, ты уже заранее не должен думать о том, что ты окупишь свои деньги. В любом случае, они возьмут себе какой-то процент за эту упаковку. Непонятно за что, правда, но все равно за что-то они себе возьмут. Вот как обычно в обычных нормальных интернет-магазинах. Вот у них есть оптовые закупки, и на разнице между оптовой ценой и розничной они получают свою прибыль. А здесь колоссальная прибыль, еще и вот это вот мусор. О, у меня нет слов просто. Все эти сервисы — это дрянь полная. Вот, целую коробку бумаги прислали. Охрененно. Разница в цене не такая уж и большая, но она все-таки есть. Где-то 300-400 рублей стоила мне доставка с деком. И вот субъективно, вот мне не понравилось наполнение, потому что оно не такое, каким я его заказывал. Я заказывал наполнение для мужчины, а не для мальчика. А там какие-то игрушки мальчиковые. Ладно, ребята, если хотите какие-то еще боксы посмотреть, какие компании что присылают, пишите в сообщение паблика ВК. И, кстати, в комментариях с вас описание того, какие бы вы хотели видеть сюрприз-боксы от EVG. Я их пока не делаю, потому что это сложно. Надо как-то хотя бы чуть-чуть окупиться ведь. А окуп-то, я считаю, правильно должен идти за счет оптовых заказов, а я пока такого делать, ну, не могу. Но, тем не менее, надо будет попробовать. Напишите, какое наполнение вы хотите видеть. И, кстати, еще интересный момент. Посмотрите только на мою электронную почту. Ухты-бокс мне просто ее засрали своими сообщениями. Куча сообщений от Ухты-бокса, просто миллион. Смотрите, причем они все пришли в один день, в одну минуту и в одну секунду. Они просто разом все высыпались, я тогда охренел от оповещений. Вот давайте я просто сейчас поищу все письма от них у себя на почте. И посмотрите, 23 сообщения они мне отправили. Я просто заказал одну коробку с каким-то там хламом. 23 сообщения. О, они лютые спамщики. И да, смотрите, какое интересное письмо здесь у них. Получите деньги от Ухты-бокс. Давайте откроем это письмо. Вот это неожиданно, а? Как я могу сейчас деньжат-то срубить? Выбери свою любимую соцсеть, конечно, это YouTube. И оставьте фото-видео вашего бокса с отзывом и хэштегом. Пишите нам на e-mail ссылку поста, получите 500 рублей. Ну ладно, ребята, Ухты-бокс. Я вам обязательно отправлю ссылочку на этот ролик, посмотрим, какая будет реакция. Каждый месяц мы подводим итоги за пост, набравший наибольшее количество лайков и репостов и просмотров, отправляем дополнительно 1000 рублей. О, ребята, давайте поможем Жеке получить от Ухты-бокса премиальную вот эту 1000 рублей. Поставьте лайк, наберем много просмотров, посмотрим вообще, разводят они так. Или это реально у них работает? Ладно, я им отправлю ссылочку после выхода ролика. Будет какой-то игнор, либо реакция. Я вам все расскажу у себя в инстаче, в сторисах. И, ребята, пожалуйста, никогда не попадайтесь на уловки мошенников, чтобы мне за вас не было стыдно, серьезно. И общайтесь без матов, пожалуйста.